Красильникова вот расскажет, она пресс-секретарь вдовы Игоря Талькова, расскажет о том, как продвигается расследование, да? И какие новости по... Сегодня Покров, сегодня в 91 году было 9 дней со дня убийства Игоря Покров. И сегодня день рождения сына Игоря. Как микрофон, подвиги. И сегодня день рождения у Игоря сына, у Игоря младшего. Так что вот три такие даты, и мы сегодня здесь. Не сговариваясь с Колей совершенно, я подготовила для начала, собственно, что касается пресс-секретаря, это я попросила сама у Татьяны Ивановны, потому что я вообще-то как бы вот сама по себе и 26 лет занимаюсь тем, чем я занимаюсь, но приходится биться с прессой, особенно в последние годы. А когда ты начинаешь с ними биться, они почему-то тебя оскорбляют тем, что ты поклонница и пошла вон. Я все время удивляюсь, как может быть поклонник у гения. Вот. И поэтому для того, чтобы иметь какой-то статус, я просто попросила, говорю, чтобы как представляться, абсолютно спокойно можешь представляться пресс-секретарем семьи. Но больше, конечно, я общалась с мамой Игоря, с братом. Вот. Сейчас много общаюсь с Татьяной Ивановной. Вот. И мы вот, не договаривались с Колей, я подготовила стихотворение, вот это правда. Он так всегда боялся написанного слова, а мне чего бояться, я самообразован. Там под такой маленькой в скобочках написано «Коллеги, коллеги». Игорь обращается, вот, судя по всему, вот к этим людям, которые пишут, особенно когда исполнилась вот эта дата, 20 лет со дня убийства, это было в 2011 году. Тут до этого они еще как-то так, те, которые вот с пирамидой, с глазом, они как-то так немножечко потише себя вели, создавались более-менее приличные фильмы, более-менее. Вот на культуре вы видели, сейчас прям прорыв был такой, показали три раза фильм, который создал Дербенев. И редакция «Народного творчества», и, в общем-то, показывали что-то. Было так, что и по телевизору объявляли о датах. Например, вот господина Высоцкого объявили нашим всем, уже обнаглели до такой степени, что слова, обращенные к Пушкину, теперь обращены к Высоцкому. И вот когда у нас эти замечательные даты, я ничего против не имею. Но, понимаете, нужно иметь какую-то меру. И из всех электронагревательных приборов нам рассказывают, что вот за месяц начиная нам долбить, когда будет вот дата у Высоцкого. Про Игоря не говорят ничего, вообще ничего. То есть раньше было 6 октября, 4 ноября, нам хоть как-то об этом говорили. Значит, вот когда, к чему я говорю, что исполнилось вот 20 лет, они, видимо, решили, что срок давности прошел, и началась уже настолько оголтелая кампания по развенчанию того, что сделало следствие. Знаете, можно по-разному относиться ко всему, но я очень много знаю о том, что было сделано. И прежде всего следователем Зубаревым. Он умер в этом году, 27 марта, царствие ему небесное, Валерию Борисовичу, потому что... То, что я знаю, то, что он мне рассказывал, практически на смертном одре, знаете, вот этими вещами не шутят. Значит, дело вот в чем. А что это за следователь? Это официальный... Это официальный следователь по особо важным делам Питерской прокуратуры, которого нет ни одного нерасследованного дела, начнем с этого. Плюс это человек, который действительно, по мнению даже тех, кто сидит в крестах, которые люди говорят о том, что Зубарев просто так никого не сажает. Над всем этим стоял господин Блинов. Это другой следователь, который сыграл во всем этом деле совершенно отвратительную роль, он курировал дело. И, понимаете, вот приказы, которые ежедневно шли из Москвы, ежедневно по делу получали указиловки из Москвы, кого допрашивать, кого не допрашивать, как повернуть дело. Зубарев получил конкретно указание через Блинова сделать виноватым во всей этой истории Малахова.
Это было очень просто, потому что человек пришел с оружием, человек, так сказать, имел условную судимость. Я не хочу сказать, что он белый и пушистый, нет. Все в этой истории сыграли определенную роль, и кто кого расставлял, так сказать, я не буду, так сказать, вот точно, есть у меня свои предположения, но что этого дурачка привели, как вот эта вот госпожа Мухаметова, которая теперь Азиза, значит, как быка на веревочке, это, ну, немножко мне понятно. Вот, что касается госпожи Мухаметовой, то она в это время была членом этнической преступной группировки в 91 году. На передаче у Корчевникова выступил такой Цветков, знаете, он часто выступает в ток-шоу, это член общественной палаты, юрист, возглавляющий союз офицеров. Он прям вот на передаче мы были, у нас было большое количество. Офицеры России. Да, извините, да, я просто вот точно не помню. Вот Цветков, когда мы были на скайпе со Шляхманом, он сказал о том, что Азиза была членом этнической преступной группировки, и Корчевников сказал, пожалуйста, в этом месте поподробнее. Он говорит, больше ничего не скажу. Но даже это не вошло в передачу, это вырезали. Вот, что касается теперешнего положения вещей в прессе. Значит, понимаете, вот в прошлом году в «Комсомольская правда», вроде бы уж не совсем желтая газета, ну так она, конечно, уже косит в желтизну. Абсолютно но, желтая. Ну да, да. Но я так, вот, ну, можно я договорю? Значит, все-таки это там не спид-инфо и так далее. Значит, некто Ремезова Мария написал статью, которая вышла 6 октября. Она называлась так. Игоря Талькова убили из-за мужской дурости. Вот она прям так называлась. Это было интервью со следователем Блиновым, ни с кем иным. Я с Блиновым периодически нахожусь на телефонной связи, потому что я его не оставляю в покое. Это уже, знаете, как бы вот вам сказать, нахожусь немножечко вот даже уже в агрессивном состоянии. Это человек, который первый вбросил в прессу версию о том, что Шляхман стрелял случайно. То есть он вот случайно стрелял. То есть вот каждому нормальному человеку, вот здесь вот вы сидите, люди, которые, вот вы очень хорошее стихотворение прочитали, ну нет, что бояться, я самообразован. То есть люди, которые понимают, что у нас вот поэты погибают не просто так. И вы понимаете, вот юрист, который говорит о том, что выстрел прозвучал случайно. Я звоню ему и спрашиваю, скажите, пожалуйста, на чем основано ваше умозаключение? Только я, если стреляю, могу сказать, то есть я стреляла специально или у меня дрогнул палец. Значит, он мне отвечает. Вот человек отвечает вот как с высшим образованием. Он мне говорит, что, вы знаете, я считаю, что у меня интуиция мне так подсказала. Я говорю, простите, пожалуйста, вы юрист, я говорю уже по-одесски. Я говорю, вы юрист или где? Потому что, говорю, ну, все-таки должно же быть, вы допрашивали его в качестве, ведь его не допрашивали даже в качестве обвиняемого. Зубарев уперся, вот Царствие ему небесное, молитесь за него, за раба Божия Валерия. Почему? Потому что ему дали приказ сделать виноватым Малахова. Чего уж было проще, взять под козырек и сделать. Но он сказал свою фразу, которую мне пересказала его жена, мы с ней очень дружим сейчас, Оля. Она сказала, он пришел весь трясся белый и сказал, я невиновных в тюрьму не сажаю. И когда вот он так вот уперся, они поняли, что дело-то пошло не так, как они хотели. И быстренько начали убирать его на землю обетованную. Мы, тогда я еще ничего этого не знала, была молодой и очень упорной. Мы собрали большое количество народа, поехали в израильское посольство. И написали, так сказать, обращение к израильскому к послу, чтобы его не впустили в Израиль. Мы уже знали, что он выезжает. Но нам справедливо сказали, интеллигентные люди встретили и сказали, что, ребята, вы понимаете, мы, то есть, не у нас государство для евреев, но не для преступников.
Если ваша прокуратура поставит ему отметку о невыезде, мы его не впустим. Но прокуратура не смог Зубарев добиться того, чтобы разрешили сделать отметку о невыезде. Можно вопрос? Некоторые... Давайте в конце чуть-чуть. Я просто собьюсь потом и разволнуюсь. Вот. Ну, давайте. Если... Давайте вопрос такой. Несколько, пару лет назад на Первом канале вышел фильм Сергея Медведева, да. сотрудник КГБ и бывший профессор Ельцина, да. где была озвучена версия, что да. ни Малахов, ни Шляхман не имеют отношения. Mm-hmm. Было ну, третье лицо и стрелял кто-то еще. А, конечно. Понимаете? Как вы относитесь? Это было на Первом канале? Я знаю, что ну, на Первом канале у нас много чего показывают. А вы понимаете, нам и про Пушкина говорят, что его убили из-за жены, а Есенин повесился сам до сих пор. Понимаете, и все на Первом канале. Вот, поэтому то, что говорят, особенно Медведев, я ему сказала на передаче, когда вышла передача первая с Пьяной Кандауровой, которая это была женщина Шляхмана, тоже участвующая в этом убийстве, которая сейчас изображает из себя последнюю любовь, которой не было, понимаете, подставленная совершенно креатура. Вот. И привел ее господин Шляхман. Понимаете, и на этой передаче я Медведеву сказала, вот ваше дело вообще слушать и молчать, потому что вы были, между прочим, пресс-секретарем господина Ельцина. И не надо вот этому человеку особенно верить. И что мог быть третий человек, я не исключаю, их там было очень много. Понимаете, их там было много. Заказ был вот оттуда, вот, потому что так как Игоря вели, между прочим, с 1 июня 91 года, вот такие книжки теперь выходят, вот с этим господином вместе никто не давал согласия на издание таких книг, понимаете, никогда он не был членом общества «Память», и вот он выступил 1 июня 91 года на этом концерте. Понимаете, из этого вся понеслась душа в рай. Этот человек не сделал никакого. Игорь просил его, чтобы он дал опровержение. Игорь не был членом никакой партии. Вы понимаете, у нас есть хорошие идеи, у нас есть хорошие движения, но, как правило, их возглавляют люди, которые... должны их возглавить и повести туда, куда они их ведут. Понимаете? Вот, я не хочу сказать ни про рядовых там членов этого патриотического, не знаю. Но что касается вот этого господина конкретно, он был провокатор. Так же, как Поп Гапон. Понимаете, он, так же, как Поп Гапон возглавил мирное шествие, люди просто хотели пойти к царю. Понимаете? И вот с этого все началось. С этого все началось. И далее я могу вам сказать, что вот, значит, сейчас Блинов, остановила я его, я ему сказала так, значит, у меня находится следственное дело, откуда? Он все время спрашивает, откуда? Я говорю, ищущий добрящий. Покажите мне место вот в следственных документах, где написано, что Шляхман стрелял случайно. Там есть только один вывод, запомните это, люди. Там есть только один вывод. Зубарев занимался этим делом. Блинов никакого к нему отношения. Он только передавал приказы из Москвы. Там написано, что данный выстрел мог произвести только Шляхман. Все. И самое главное, умудрился на первой странице, не знаю, как у него это прошло, написано, вот я вам говорю то, что написано. 6 октября 1991 года в 16:27 на первом этаже спорткомплекса «Юбилейный» был умышленно застрелен гражданин Тальков Игорь Владимирович. Вот это слово «умышленно» написано. Когда я позвонила гражданке Ремезовой в «Комсомольскую правду», она мне, значит, наговорила кучу всего, что я, значит, поклонница, и пошла, значит, я говорю, давайте встретимся. Вот давайте вы мне покажите, где вы нашли, в скобках, понимаете, вот как лукаво делают люди. Вот пишет статью, и в скобках пишет от редакции. Согласно материалам следственного дела, Игорь Тальков был застрелен случайным выстрелом из пистолета гражданина Шляхмана. Где это случайно? Понимаете, это может решить только суд, только детектор, только какие-то... Никто не допрашивал, ничего никто не делал. Более того, значит, в этом году уже совсем все дошло до логического предела. 30 сентября, откройте интернет-издание «Новое известие»,
какой-то технический эксперт по фамилии Антипов написал статью «Пули для Талькова». Слушайте, если распечатать эту статью, она займет 43 печатных листа А4. Это брошюра. То есть, если эту брошюру внимательно прочитать, Шляпмана из дела вообще выводят. То есть они его выводят, то есть договорился. То есть самое интересное, что можно не соглашаться, там можно спорить с какими-то экспертизами. Но у Зубарева есть экспертизы, баллистическая, химическая, там, я не знаю, там масса экспертиз, судебно-медицинская экспертиза. Что и как, я его спрашиваю: Валерий Борисович, вы мне все-таки скажите, была вторая пуля или нет? Он говорит: Ира, была только одна пуля. Вот только одна пуля. Вот это говорит следователь. Я вас слушаю. Скажите, что за человек Шляпман, какой у него бэкграунд, и был ли он связан со спецслужбами, что об этом известно? Вот мне о том, с кем он был связан, неизвестно, и с чьими спецслужбами. Спецслужбы бывают разных разведок. Понимаете? Поэтому сказать, с чьими спецслужбами он был связан, я не знаю. Ну что вы знаете про его биографию? Что это за человек, откуда он? Никто ничего о его биографии не знает. Вот он был у Сенчины. Госпожа Сенчина в «Караване истории» пишет, что вот он был в Евпатории на гастролях. Вот был он раз 1 августа и перешел к Талькову. Вдруг раз и перешел. А почему вот. Его брали все? А? А почему его все брали? Как-то это Вы знаете, все не знаю. Я не знаю, как их внедряют. Я не знаю. Я вот эти вещи не могу вам сказать. Понимаете? Дело в том, что вот я вам скажу только один штрих портрету, то, что знаю я. Значит, на 40-й день, когда мы пришли к Игорю на могилу, он был. Вот если вы могилу Игоря представляете, вот я стояла там, где крест, а он стоял там, где дерево. Ну, то есть, как где теперь портрет. Вы понимаете, ну вот ничего не могу с собой поделать, вот знала я, что ну непростой это человек, понимаете? Вот мы смотрели друг вы на друга. Вы в биографии пробовали разобраться? А можно я договорю? Простите, пожалуйста. Я говорю то, что вот в чем вот вы говорите, что он был за человек, я вам рассказываю. Вы знаете, вот он стоял, он смотрел на меня, смотрел на него, но я очень сильно плакала. Потом он постоял и уехал вместе с женой Таней, он уехал. С Татьяной Ивановной. Через 40 минут прибаршировало общество памяти с барабанами, дудками, как всегда, с лозунгами и со знаменами. После этого Шляпман через какое-то время уехал. Через полгода выходит газета «Смена» питерская, она у меня есть. Шляпман дает интервью, его спрашивают: Валерий Михайлович, почему вы уехали? Вы знаете, потому что я как на 40-й день пришел на кладбище, там меня, говорят, люди в черном избили ногами. И стоптали, всего там, так сказать, все, и я понял, что мне надо уезжать. Я стояла, еще куча народу, которую могу вас сюда привезти, показать. То есть его пальцем никто не тронул. Понимаете? Вот это такой человек. Вот, врет на каждом шагу. На передаче, когда мы были у Корчевникова, то есть когда его приперли фактами, вся студия его приперла фактами, он просто сказал, что в зале собрались одни антисемиты, и ушел из эфира. Там это вырезали, потому что Корчевников на федеральном канале ему слова никто не сказал, никакого, потому что нам совершенно безразлично, какой национальности человек стрелял в нашего национального поэта. Вы понимаете, вот в фильме Дербенёва, вот с вами я чуть-чуть не согласна, был перечень поэтов. Пушкин, это Дербенёв говорит, это большой поэт. Это человек, который имеет право, он только об Игоре создал фильм. Пушкин, Лермонтов, Рубцов, Есенин, Тальков. Понимаете, вот как вам сказать, я не согласна ни с Галичем, ни с Высоцким, потому что это совершенно другой уровень. Игорь – это наша русская духовность. Это человек, который поднимал Россию с колен. Вот про Игоря я могла бы сказать, что это наше все. И я могу сказать сейчас, что сейчас идет беспрецедентная работа прессы для того, чтобы вот этого человека
из истории, понимаете, нам сношают мозги, вот Есенин, сколько поколений выросло, зная о том, что он самоубийца. Я 2 года назад ездила в Константиново, когда дошли вот до этого кровавого момента его убиения. Как-то так вот экскурсовод, так это все так. Я ее спросила, а почему вы не рассказываете, как было дело на самом деле? Ну, вроде как времена изменились, у нас так все прям кругом все так хорошо. Вот, она говорит, вы знаете, мы все знаем, что его убили и зверски потом повесили. Но нам сказали, что если мы будем это говорить, нас уволят с работы. Вы понимаете? И вот об этом и речь, потому что вот хочется правды. Правда состоит в том, что они лгут. Я могу сказать только одно, что Азиза недопрошена как соучастница. Она привела пистолет, и она его вынесла. Она не может быть свидетелем, она соучастница. Понимаете, из нее делают какую-то православную Анфису, какую-то там, я не знаю, вообще, вот ей прислали мне недавно видео, где она вообще в голом виде ползает в гей-клубе. Понимаете, ее выгнали из ислама за ее вот эту вот жизнь. И до 7-го колена. Понимаете, у нас принимают всех. Вот теперь раба Божия Анфиса у нас вот теперь тут, так сказать, гастролирует. И 7 числа, вы говорите, Первый канал. Так вот 7 числа, Игорь 6, да, годовщина, 7 числа у нас выступала Азиза на Первом канале. Это ли не плевок нам по морде? Конечно. Мы просим только одного. Мы не хотим никаких ток-шоу, мы не хотим выступать в этих ток-шоу. Понимаете, потому что все равно все вырезают. Показывают эту бесконечную пьяницу Муромова, который ничего не помнит и не знает. И врет на каждом шагу, он все время пьяный был. Понимаете, я хочу, вот мы просим только одного, показывайте нам Талькова, концерты, сольные. Понимаете, кому-то нравится осетрина, а кому-то свиной хрящик. Но в конце концов, люди сами сделают выбор. Но почему мы должны постоянно слушать воспоминания людей, которые ни черта не помнят? Понимаете, мы хотим, вот показали фильм Дербенева, и люди обалдели, те, которые вообще не видели, там хотя бы несколько песен полностью. Понимаете, а покажите спектакль «Суд». Ну почему нету спектакля «Суд»? Почему нету сольных концертов? Ну почему Высоцкому дают сольные концерты? Там вся, уже наизусть мы уже все выучили, парус порвали, парус. У меня ребенок спрашивает, про что эта песня? Я говорю, не знаю. Понимаете? Вот, ну здесь такие песни. У нас Россия, говорят, поднимается с колен. Ну сделайте его знаменем поднятия России с колен. Нигде, вот понимаете, вот нельзя. Был концерт, совершенно, как вам сказать, 60-летие Игоря, как отметили? Да никак, понимаете, пробивала я вот эту передачу, Игорь Тальков, «Достояние республики», 2 года бодалась с Первым каналом. Я в одиночку собрала подписи, и они с дуру зарегистрировали это письмо. Вот в чем была их ошибка. И я вот на этой регистрации их взяла. Они мне писали, что мы не можем. Ну, Резников, «Достояние республики», понимаете, вот эти песни там, «Динозаврики», я понимаю, конечно. Вот. А Игорь Тальков, ну, не «Достояние» от республики, и все. И, короче говоря, когда уже я им написала, что у нас в стране все отменено, кроме, конечно, дела производства, раз, и подписи еще были, подписи, говорю, народ просит. Вот тогда они сделали вот эту передачу «Достояние», но если бы вы знали, что это была за передача, вы спрашиваете про Шляфмана. Там сидел некто Гладковицер, Гладков такой, который сделал фильм, как только Игорь взял к себе господина Шляфмана 1 августа. Он всего-то был у него с 1 августа до 6 октября. Вот он директор сколько был. Понимаете, с 1 августа до 6 октября. Все. Понимаете, и вот сразу начал снимать Гладков фильм «Сны Игоря Талькова». То есть Игорь уже мертв. Его уже нет. Понимаете? То есть он разговаривает с нами откуда-то оттуда. Если вы не смотрели, посмотрите, вам плохо станет. Вот, значит, он уже не дожил до 21 века. Понимаете? И вот этот Гладков, который живет в Америке, специально приехал на эту передачу,
Игорь Тарков, и сказал такую фразу на Первом канале. Валера, не слушай никого, ты классный мужик. Это я его привел в группу. А что я такой фильм начал снимать, ты сам не знаю. Вот начал снимать такой фильм, что Тальков уже мертв. Вот, и что я хочу сказать, Валер, никого не слушай, приезжай ко мне в Нью-Йорк, я сниму о тебе фильм, и мы покажем его на Первом канале. Вот это то, что было в студии. Понимаете? Я еще раз вам говорю, такой передачи музыкальной, ведь вообще-то это музыкальная безобидная передача, такая вот. Но она превратилась, Шепелев на меня заорал, что я сейчас вас выведу из зала, потому что это не пусть говорят. Я говорю, ну это и не скандал, интриги, расследования. Давайте-ка займемся все-таки музыкой. Понимаете, ничего не давали сказать. Вот Тальков, он совершенно не интересовался ничем. Шла война в Афганистане, он ничего не написал. И некому было сказать, что он написал песню «Афган». Некому было сказать, просто все сидели и лили грязь. Вот это вот Рубальская, которая говорила, ну что это за поэт? Вот что это за поэт? Но однако о Рубальской Дербенев не сделал фильм. Он сделал фильм о Талькове при жизни. И говорил с ним, как поэт с поэтом на равных. И говорил, что когда думаешь о том, что сделали татары, хочется упасть на землю, кататься и выть, когда я думаю о судьбе Игоря. Вот и закрыли клапан. Вот сейчас у меня к вам очень большая просьба. Вот я не очень владею вот этой техникой всякой, там, компьютерами. Пожалуйста, все напишите на сайт канала «Культура» с благодарностью, что спасибо вам, что вы нам открыли, показали, сделали вот этот прорыв, устроили. И мы очень надеемся, что ко дню рождения Игоря, которое совпадает с днем рождения страны, вернувшейся с войны, вы нам покажете сольный концерт Талькова. Вы понимаете, мы не можем добиться этого с 91-го года. Вот большая просьба. Да, ну я много могу говорить. Вот, можно я только одно стихотворение прочитаю? Это Наталья Сидорина, которая расследовала убийство Сергея Есенина, первая женщина, которая вообще встала против Есенинского комитета и доказала еще в 93-м году, вышло первое ее издание, что Есенина убили. И стихотворение у нее называется «Есенину посвященное поэт убивает за стихи», но у нее есть стихотворение, посвященное Игорю Талькову. «Когда в распахнутые дали уходит песня о России, мы говорим, не убивали певца российской ностальгии. Нам кажется, что все случайно, венок плывущий по рукам, где тьма и свет, порыв и тайна, и дай нам Бог построить храм. Вот остается холмик малый, там все торжественно и просто. В Москве пустые пьедесталы в преддверии нашего сиротства. Смешают жертвы с палачами и вновь сокроют преступления. Его закрытыми очами гляжу на это наводнение. Когда в распахнутые дали уходит слово о России, мы вдруг очнемся, опоздали стоять на поздней литургии». Могу не прочитать одно стихотворение короткое, вот, в дополнение к этому. «Ритуально убитым, чего нам бояться? Двум смертям не бывать на пути. Мы однажды сумеем воскреснуть, подняться, из земли своей нечисть смести. Хоронили ветра нас до срока, до вздоха. Вырос город на наших костях, синим пламенем смерти пылает эпоха у великого горя в гостях. Но в самом эпицентре невиданной смуты, вопреки всем стараниям зла, мы однажды воскреснем, срывая все путы, наши души вернутся в тела. Ритуально убитым, чего нам бояться? Нас миллионы, потерян нам счет, мы сумеем воскреснуть, из праха подняться, потому что мы русские,
народ! Спасибо вам. Передаю слово руководителю историко-патриотического клуба имени Игоря Талькова Светлане Назливой. Добрый вечер, дорогие, поистине хочется сказать, братья и сестры, не просто, а вот именно так. Родился мальчик рядом с Полем Куликовым и стал певцом, поэтом Игорем Тальковым. Землей тульской выращенный сын, был настоящий он России гражданин, а впрочем нет не был, а есть. Он вновь поет, поверженный в бою, воскресну и спою. За родину пролил он кровь свою, за веру, царя и отечество, за счастье всего человечества, а по-другому он не мог. Таким его уж создал Бог, неравнодушного, умевшего любить, за други, за свою главу сложить он смог. Поверженный в бою, вновь встать в строю, стать лидером, примером для других. Он учит нас любить врагов своих, но не Христовых. Дай Боже нам таких Тальковых. Дорогие мои, после такого выступления, Ирина, спасибо тебе, Ира, за твою любовь. Вот, Игорь Владимирович, вот самая главная наука в нашей жизни, это, конечно, наука научиться любить. Игорь Владимирович любил, он любил по-настоящему. И потому вот 6 октября у нас был вечер, в Москве мы проводили, правда, не так много пришло людей. Был фильм, 20-минутный, Алексей у нас есть такой, показывал фильм удивительный. Было обращение Владимира Владимировича Сваганького к нам, ко всем, в день этой трагической даты. Брата, простите, да, все, я уже так волнуюсь, простите, вот все это было. И когда мы смотрели этот удивительный фильм, я для себя поняла, вот если бы, ну хотя бы один раз его показали по первому, России уже открыл глаза. Да он мечтал об этом. Вот она бы открыла глаза, и вы знаете, и я после этого, вот буквально вчера вечером пришел мой сын, ему немножко там, ну, трудно было, и он как-то хотел куда-то укрыться, и сидел на лестнице, и я говорю, сынок, иди домой, мам, я посижу. И вдруг я слышу летний дождь, вы понимаете? Я думаю, ему 33 вот в этом году, он слушает летний дождь. И думаю, Боже, Игорь, ты с нами. То есть молодежь, вот, хотя говорят, что молодежь у нас не очень хорошая, но она ждет вот этой подпитки, как питание, как вот это сейчас вот, генетическое сейчас нас травит, да? А ведь Игорь это живой, это пища для души. И я благодарю Бога, Матерь Божию Державную, которая именно из Коломенского привела нас в музей Игоря Владимировича Талькова в 2003 году, и оттуда Игорь ушел с нами, мы не знали, что за форма будет, мне было очень страшно. Пошли в Марфо-Мариинскую обитель, и получилось так, что стал организовываться наш клуб историко-патриотический имени Игоря Владимировича Талькова. И вот эти все годы, милостью Божией, мы несем слово, то, конечно, клуб историко-патриотический, о всех людях, которые любят Бога, Отечество и ближних, но самое главное, это сейчас наша задача сохранить семью. Вы понимаете? Мы можем много говорить обо всем, но когда есть крепкая семья, Игорь Владимирович любил свою семью, любил маму, брата, жену, своего ребенка. Трудно ему было, но это для него было самое святое. И если мы с вами будем хранить вот эти вот свои корни и начала, несмотря ни на что, мы будем, девчонки будут рожать побольше русских, настоящих богатырей, вот в этом есть и сила. Потому что вот мало наших русских детей, мало по одному, по два, мало. Так что вот если мы сейчас даже возьмемся и научимся варить щи получше, и мужчин наших, которые, может быть, и не приносят нам такие деньги, которые бы нам хотелось, будем все-таки любить, и что наш дом будет
именно теплым домом, к которым захочется прийти, где будет звучать все-таки наша и поэзия, в том числе, будем поднимать культуру и дух свой, где будет звучать стихи Игоря Владимировича Талькова. Это очень важно. Вот, это наша победа над собой. Об этом и говорил Игорь Владимирович. Вот у него есть стильное стихотворение, я не знаю, помните ли вы, но почему-то его нигде не читают. Написал он это стихотворение в 89 году. Это о сегодняшнем дне. Пророк. И поет в стиле рок пророк. Он поет и кричит. Проснись. За себя и родных помолись. Ты проснешься. Проснется Русь. Ну а я к вам песни вернусь. Вернусь. Природа объявила нам войну. Смотреть на наше варварство устало. И первый залп был выпущен в страну, страну, что больше всех ее терзала. Живыми идеями пронырливых вождей, мнимым равенством ублюдков и людей, искажением истин, истреблением мудрецов, издевательством над верою отцов. Природа объявила нам войну. Имеет право. Природа объявила нам войну холодными кислотными дождями и объявила осенью весну, отравленными окружив морями, взрывами озонными разорванных небес, бешенством вулканов, взрывами АЭС, вирусами, спидами, бесплотностью полей, пожарами лесов и потоплением кораблей. Природа объявила нам войну. Имеет право. Природа объявила нам войну за то, что мы ее не, за то, что мы ее, не слыша стонов, держали, как заложницу в плену, и жили против всех ее законов. И вот мы спохватились, каясь и моля, когда над нами грянул гром, и вздрогнула земля, и вспомнили о Боге, о Иисусе во Христе, и вспомнили поэтов, что распяли на кресте. Природа объявила нам войну, чтобы в нас проснулась совесть. Игорь Владимирович Тальков. Да, друзья мои, хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам вечера. И хотелось бы, конечно, почаще нам собираться. И именно чтобы слова и песни Игоря Владимировича пела наша молодежь, чтобы они звучали. И тогда, конечно, нам будет легче жить. Потому что мы русские, а с нами Бог. А если с нами Бог, тогда кто против нас? Вот. Мерзают в околицу слезы от пепла большого села. В поля убегают березы, их всех настигает пила. Отечество, рваная рана, не выставить боль за порог. Туманы, обманы, капканы, в них сердце сбивается с ног. Что делать? Никто не ответит. А скажешь, никто не поймет. Вселенского кладбища дети уходят в последний полет. Истерзана плоть популяции, асфальтом залиты луга. Из ящика телепортации торчит костяная нога. И грустно, и хочется выпить, и совесть крамольно так жжет. Когда же родится тот витязь, что шею дракону свернет? Сейчас вот слово Игорю Любину. Игорь Любин хотел спеть песню, потом еще у нас одна песня, и, к сожалению, по времени мы ограничены. И 35 лет, можно сказать, я пишу стихи и песни. Талькова я лично никогда не знал, но вырос на его песнях и очень благодарен Талькову за его творчество. И вот первая песня, которую я хотел бы спеть, она как раз называется «Государыня», тоже о России. Это мой взгляд.
За что боролись, на то и напоролись. Кровью умыты города и села, песни забыты, да и нет веселых, надейся на себя. Этим и живи, ну а что нашел, с друзьями раздели. Время все расти, а то и красиво. Нашу жизнь изменит, нам примножат силы. Голуби на крыше ласково воркуют, а в амбаре мыши мое зерно воруют. Эх, Россия, ты моя, эх, Россия, ты моя, православная, эх, Россия, ты моя, спаси ты дурака. Удержи меня, поддержи, мы в жестоком узле, в борьбе. Черный ворон в огне кружит, осыпается пеплом в ночь, в центробежную зону брешь, где уносятся годы прочь, оставляя лишь нерв рубеж. Перед вечностью миг земной пламенеет в луче, как в сталь. На тернистом пути я злой, злой козлым, как наш первый царь, не пресыщен от стольных яств. Разметать бы по новой шире, дай сверстать из воспетых царств и по новой открыть Сибирь, не до жиру, но на краю, сердце ближе к царю царей, покрывает меня в бою, амафор твоих белых дней расшифрована болью кровь. Скоро пламя окрасит снег, это Минин с Пожарским вновь,
Из музея, верша побег, вновь роится каленый рой, точит север свой крест резец, рассекает истлевший слой, оперившийся в снах птенец, не погряз коловрат в былье, воскресеньем взломан цинк, на Святой Руси, как в семье, Дух Святой и Отец, и Сын, защити, укрепи, прикрой, райским золотом бита тень, гасит солнце луну зарей, занимается ясный день. Стихотворение называется «Душа». Все в порядке, всегда все в порядке, диво дивное свыше дано, в ограненный закатом тетрадке сентября золотое вино. Здесь гостила душа и металась в замороченном тьмою краю, пламенея мольбой задержалась, по снегам разметала зарю, по сердцам, по нескомканным лицам дерзновенно была не была негасимого света зарница, сквозь материю мира прошла и воскресла в ином измерении, в своем выборе неба права, вся одета божественным зрением в безначальный огонь божества. Павел Васильевич, Павел Васильевич. Вообще, так сказать, для меня творчество Игоря, оно стало тоже судьбоносным. Он меня спас от эмиграции вот этого 91-го года, потому что, в принципе, я уже купил справочник для отъезжающих за границу летом 91-го. Вот, и когда я услышал, значит, его слова «Солнце уходит на запад и выбегают за ним», все, кто не знают, значит, что все в этой жизни имеет исток. Да. И вот когда я вдруг осознал, что это обо мне, то есть я услышал это в 94-м году, да, первый раз, нашел как раз его эту песню, вот, и вдруг понял, что это обо мне 3 года назад всего-навсего. Вот, то есть, ну, как бы я мог это сделать, если бы не его творчество, в котором он отделил историческую Россию от коммунизма, который паразитировал, да и почему паразитировал, паразитирует до сих пор, потому что мы с вами видим реанимацию Савдепии во всех ее, к сожалению, ипостасях. Вот поэтому вот лучший его спектакль «Музыкальный суд» до сих пор запрещен, показан на ТВ, а у нас тут, так сказать, думают, почему он запрещен. Ну, потому что он же это все нам спел, господа, все спел. Перестроились ублюдки в мгновение ока, и пока у него трона, грош цена всем нам. Они же так и перестроились, мы же ничего с ними до сих пор не сделали. И вы хотите, чтобы они нам разрешали показывать нашего национального поэта? Ну, надо же понимать все-таки, для чего он это нам пел. Чтобы мы понимали с вами, где мы находимся и в какой ситуации. Ну, а теперь давайте попробуем все-таки его действительно песню. Значит, как раз тут вот упоминалась баллада об афганце, попробую. Ну, так вот, акапейна. Спеть. Он сидел за столом на гостиничном жестком диване, наливая мне водку в единственный целый бокал, и невольно спросил, почему я не спел об Афгане. Я ответил ему, потому что я там не бывал. Почему не бывал? С концертом не звали. Ну а так, без концерта, кому ж я там нужен такой? Молодой ветеран улыбнулся с оттенком печали, пригурив сигарету единственной правой рукой. Я попел ему песни, а он мне без всякого лака рассказал лучше книг и кино, и про жизнь, и про смерть. Так впервые почувствовал я, что такое атака, и что значит столкнуться со смертью и не умереть. Молодой ветеран был душою смертельно изранен, а нет, другой. А потом его так понесло, что возникла опасность. На свободе нам с ним эту трудную жизнь не дожить. Хоть у нас и была эта самая, ну как ее, гласность, но за Ленина и Горбачева могли посадить. Молодой ветеран был душою смертельно изранен,
и тяжелой ношей под сердцем обиду носил. Он, прощаясь, сказал: «Хорошо, что ты не был в Афгане, ну а мне показалось, что я там все-таки был». Еще хотел передать, для меня Игорь Тальков и его творчество, это, знаете, вот как такой добротный мост. Он на самом деле в своем творчестве, если его глубоко изучать, есть такой православно-русский политолог Михаил Ильич Назаров, я думаю, что его здесь многие знают. Вот, есть книга «Миссия русской эмиграции». Там даны три миссии, что русская эмиграция несла три миссии. Первая – это быть блоком исторической памяти для тех русских поколений, которые не узнают правды о своем историческом прошлом. Вторая миссия – это помощь, значит, этим поколениям от русской эмиграции в сопротивлении и освобождении исторической России от коммунизма. И третья миссия – это свидетельство о полноте православного христианства перед инославным миром. И вот я думаю, что эти все три миссии на себе нес Игорь Тальков. Вот, поэтому и был таким добротным мостом между подъяремным русским народом, где он вот та советская химера, которая разлагала русское национальное самосознание, он пытался ей противостоять и был единственным, по сути дела, именно на эстраде, вообще это единственный случай, и нес эту позицию третьей русской силы между коммунизмом и либерализмом. Вот. А в 91 году случилась как раз теория конвергенции, слияние их обоих в одну. Спасибо всем за долготерпение. Заканчиваем наш вечер кратким стихотворением. Глухая ночь, шальную пулей спета, гуляет смерть по родине моей. Пишу стихи, кладу штрихи рассвета на черный бархат окаянных дней. И как бы ни бесились сатанисты, взойдет над миром русская заря, огонь любви в окладе аметиста под властью православного царя. Спасибо. Просьба продолжать дело Игоря Талькова и всех русских героев. Ничего не бояться, нести правду в массы. Огонь. Господь Иисус Христос говорит: огонь пришел низвести на землю. Я думаю, что его не удастся привлечь за разжигание Господа. Господь нам споборствует, будем воистовать за правду.